предоставляю этот микрофон Татьяна Игнатьева. Ребята, спасибо огромное. Я, знаете, хочу сказать, какой красивый у нас зал, какие теплые люди вообще, да, какие потрясающие люди в нашем сообществе. Давайте себе поаплодируем, прежде всего себе, что вы здесь сегодня, что вы впитываете эту информацию и что вы дали себе возможность приглядеться к нашему бизнесу. Кто-то пока приглядеться, кто-то включиться в этот бизнес по-серьезному, да, и развивать этот международный бизнес с большими возможностями и с большими деньгами. У меня сегодня моя любимая тема, я хочу сказать, это событийная линейка, да, и как на нее сработать. Потому что все результаты, которые есть в моем бизнесе, тот статус, в котором я сегодня нахожусь, я напрямую связываю с тем, что я научилась работать через мероприятия. Потому что знать событийную линейку, выстраивать стратегию даст вам прирост команды, большие чеки и путешествия в те места, в которые вы захотите. Вот на это мероприятие я приехала с мужем, с детьми, с внуком, с маленьким, представляете? И у меня не было никогда никакой команды. То есть я из найма, я работала главным бухгалтером, и у меня не было какого-то сильного окружения. Но вот благодаря тому, что как раз Алексей говорил, работать на мероприятии, я тоже когда-то была одна, потом у нас было 10 человек, 20, и сейчас в зале это 50 человек моей команды, чему я очень-очень рада. Спасибо, ребята, что вы здесь. Да, мероприятие — это ключевой инструмент в нашем бизнесе. Инструмент, который позволит вам быстро расти, масштабироваться и получать очень хорошие доходы. Вы знаете, наш бизнес так, сейчас делать очень просто. Про то, что как раз говорил Алексей, ничего не усложняем. Мы просто применяем систему, которая есть в нашем бизнесе. Вы знаете, вот просто разрешите себе, доверьте своему куратору, который вам говорит, купи билет на следующее мероприятие. И быть в доверии. И строить большой бизнес – это просто, хочу сказать, это накопительный эффект. Система работает безупречно. Это просто система простых, непрерывных действий, но каждый день. Да. Большие результаты – просто накопительный эффект. Все, уже говорили, наверное, повторюсь просто один раз. Примите себе, что быть на всех мероприятиях компании – разрешите себе, потому что сегодня общалась со своими партнерами, и вы знаете, кто-то говорит, я куплю билет в понедельник на итоге года, я куплю билет там через неделю, я еще не знаю, что будет в феврале. Вы знаете, вот я знаю, что буду, где буду в феврале, с кем я буду в феврале, да? И вот ваша задача быть примером для себя, примером в первую очередь для себя. Когда появляются билеты на итоги года, например, да, или на любое мероприятие, первое, что я делаю, это я покупаю билет себе, потому что я пример для себя. Каких партнеров вы хотите в свой бизнес, которые тоже покупали бы билеты там, через неделю, через две недели, да, и потом, например, могли вообще не попасть на это мероприятие, потому что с ними что происходит? Жизнь происходит. И потом уже какая-то мотивация падает. Поэтому вот билет на это мероприятие – это ваш такой круг спасательный, да, круг, благодаря которому вы будете расти, двигаться в нашем бизнесе. То есть вы уже с билетом, все, я уже спокойна за тех партнеров. Так, и да, ребята, нам 10 лет. Давайте поаплодируем. 10 лет компании. Вы слышали вчера, какие новости от Вячеслава Ушенина, да? Вообще, кто заметил, что мы сильно растем? Вот кто заметил, что нам уже одного зала мало? Мы когда-то собирались в другом зале, там флакон, это было там 200-300 человек. В том году здесь был зал, там 400 человек. Сейчас у нас, ребята, здесь 650 человек. И опять же, возвращаясь к итогам года, я точно знаю, что где-то через неделю будет sold out. Я просто в этом, ну как бы, я уверена в этом, потому что 50% билетов уже выкуплено. И, вы знаете, нам ничего уже никому не нужно доказывать. Вы видите, какие здесь большие возможности, какие здесь деньги именно для себя. Вот кто прописал цели, кто поставил себе цели и знает, что в этом бизнесе он точно будет успешным, кто будет состоиться здесь. Поднимите руки. Да, супер, есть несколько людей. Здорово.
И нас ждет, конечно, в феврале лидерская поездка. Это февраль 2025 года. Кстати, а кто поставил цель быть на этой лидерской поездке? Так, остальная часть зала. Ребята, дайте себе шанс. Я, знаете, хочу сказать, вот если даже ты новичок, с помощью нашей событийной линейки вы точно будете на этой лидерской поездке. Просто многие люди даже себе, ну как бы, знаете, не разрешают быть, что у меня не получится, вот у кого-то получается, у меня нет. Вы знаете, все ограничения реально в нашей голове. Вот на таких лидерских поездках, которые я вот была, и там выступал Вячеслав Ушенин, всегда на них, кстати, выступает, да, что у меня там происходило, это я убирала блоки, я убирала страхи, я работала со своими просто вот ограничивающими какими-то мыслями. После этих обучений, знаете, что происходит? Расширение. Мы получаем много энергии. И с помощью этой энергии мы начинаем расти, двигаться, и к нам начинают притягиваться те люди, которые хотят вместе с вами делать большой, серьезный, крупный бизнес. Поэтому я, знаете, я каждому, вот каждому желаю попадать на такие лидерские поездки, и попав один раз, вы точно будете на всех остальных лидерских поездках. Какие у нас есть мероприятия? У нас есть мероприятия как онлайн, офлайн, и у нас есть событийная линейка. Вот у нас закончилась игра сейчас Level Up, да? Как мы праздновали вчера победителей? Классно, ребята, вообще. А кто следующую игру точно хочет стоять на сцене? Здорово. И сейчас у нас осенний выезд в Сочи. Мы все зарядились, мы все наполнены. У нас у всех есть цели, мечты. И дальше мы едем куда? В свои регионы, в города. И что вы будете, ребята, делать со своими целями? Вот как Алексей говорил, да, утром вставать и говорить себе, зачем я буду проводить встречи, потому что наша с вами задача — это давать много информации потенциальным клиентам и партнерам. Но с каким отношением вы будете делать, с каким видением вы это будете делать, с какой силой вы это будете делать, это зависит только от вас. Потому что вот когда я наполнена, когда я внутри точно знаю, куда я иду, я могу эту силу, эту энергию передать своим потенциальным клиентам или партнерам. Да? Клиентам — это тем людям, которые могут взять у нас продукт, потому что в нем на 100% уверена, что они получат результаты. Партнерам — это на 100% я знаю, что если он возьмет этот бизнес в себе как за 100% в бизнес, да, чтобы делать результаты, у него точно будут результаты. Да, и у нас будут бизнес-форумы в городах, какие-то круглые столы, какие-то мероприятия, которые мы с вами будем организовывать. Дальше у нас будет UDS Day 23 ноября. Сейчас я прям буду говорить, наверное, вот так. Да, бизнес-форумы по городам. Что дают бизнес-форумы? Когда-то в Самаре мы начинали делать небольшие бизнес-конференции даже в нашем офисе. Ну, небольшая команда, там 5 человек, 10 человек. И вот у нас офис в Самаре, кстати, кто будет в Самаре, обязательно приезжайте. Вмещает до 45 человек в нашем офисе, где можно комфортно разместиться. И вот мы делали такие просто бизнес-конференции, когда мы давали в первой части там, маркетинг, во второй там, давали кейсы предпринимателей, показывали, как работает продукт в бизнесе, был перерыв, и во второй части мы рассказывали о возможностях. И вы знаете, хочу сказать, даже на таких бизнес-конференциях, когда было 30-40 человек, у нас всегда были регистрации, потому что мы работали командой. Просто начните это делать. Даже если в вашем городе 2-3 человека сегодня, 4 человека, начните делать круглые столы, практикумы. Круглые столы для предпринимателей, на которых вы можете пригласить потенциальных клиентов и будете показывать им инструменты, как они в своем бизнесе могут применить эти инструменты, тот или иной инструмент, как делать коллаборации, как делать кросс-маркетинг, да, и показывать, как в их бизнесах можно применить инструменты UDS, как они с помощью инструментов UDS могут повышать свои обороты, увеличивать средние чеки, как могут привлекать новых клиентов. Да? То есть это очень эффективные такие инструменты. А бизнес-форумы — это, конечно, уже новые партнеры. Когда вы на бизнес-форумы можете пригласить администрацию компании, да? Вот мы в том году провели, мне кажется, наверное, 15 точно бизнес-форумов вот с командой я провела в разных городах. Приглашали Айрата Измайлова,
через форум, наверное, да, очень часто. И знаете, хочу сказать, что на каждом форуме, вот в Самаре у нас всегда есть новые клиенты, новые партнеры. На последнем форуме у нас 9 новых партнеров у меня в команде, только потому, что это система. То есть мы делали форум в июне, в июле, в сентябре, и сейчас уже в Самаре запланирован следующий бизнес-форум 12-13 ноября. Просто система мероприятий. Мы это делаем системно. И всегда происходит синхронизация команды, потому что на таких бизнес-форумах очень важно включить всю команду. Кто-то отвечает, например, у вас за воду, кто-то отвечает за продажу билетов, кто-то размещает гостей. И вот таким образом происходит синхронизация. То есть на этом форуме вы всегда сплочаетесь, объединяетесь, вечером идете куда-то там на автопати. И вот таким образом вот мы передаем эту энергию, это видение своим потенциальным, да, клиентам или партнерам. И знаете, хочу сказать, что такие форумы, вот у нас есть даже в зале здесь Ирина Горбачева, тоже мой куратор, она провела бизнес-форум в Ярославле с Александром Белгороковым. И вы знаете, там зарегистрировался после бизнес-форума всего лишь один партнер. Но этот один партнер сегодня находится в зале со своей командой в статусе директора, это Оля Смирнова. Понимаете, я к чему говорю, что всегда бизнес-форуму дают новых клиентов и партнеров. Также на нашем бизнес-форуме, который был в июле, у меня регистрация прошла нового партнера, которого я только познакомилась на форуме. И сегодня этот партнер тоже находится в зале. И на следующий форум она уже купила билет, потому что есть видение, как развивать этот бизнес. Да, очень легко приглашать, я хочу сказать, предпринимателей на круглые столы, на практикумы, для того, чтобы именно показывать им эти инструменты. И хочу сказать, что если в вашем городе нету еще бизнес-форумов, мероприятий, даже вы 2 или 3 человека начните их создавать. На самом деле это очень просто. Спросите рекомендацию своего куратора, потому что это очень эффективные. У нас есть Google форма для того, чтобы ваш форум разместили на сайте в официальном канале Global Intellect Service. Вы просто за 2-3 недели заполняете эту форму для того, чтобы все партнеры знали, что в вашем городе проходит этот бизнес-форум. И очень круто, ребята, этот бизнес развивать в разных регионах, потому что в одном городе большой, крупный бизнес не построишь. Вы знаете, вот в каждом городе проходят какие-то крупные бизнес-форумы. В Сочи, в Москве, в Ярославле, в Перми, в Москве. Вообще география огромная. Сработайте на этот форум. Посмотрите, может быть, кто-то у вас есть знакомые, какие-то гости. Спросите какие-то рекомендации и отправляйте туда своих потенциальных гостей или партнеров. Если это ближайший город, то вы можете выехать туда со своей командой, потому что это тоже энергия, синхронизация, где вы можете вообще спланировать, объединиться, не знаю, там вообще просто кайфануть и классно провести время. 23 ноября нас ждет UDS Day, и я хочу сказать, что это авторское мероприятие. Таких мероприятий вообще, ребята, вообще не делает никто. Никто. Это авторское мероприятие, оно проходит в онлайне, и там выступают у нас администрация компании, эффективные партнеры, которые покажут вам, как можно создать крупный системный бизнес вместе с нашей компанией, как ваши друзья могут выйти на доход 200, 300, 500 тысяч рублей в месяц вместе с партнерством UDS. Да. Как начать зарабатывать? Вообще мы не только про UDS, ребята, мы вообще, в принципе, наше сообщество — это про деньги, про рост, про развитие, про масштаб. Вот кому это мероприятие, в принципе, уже полезно, даже кто еще не принял, может быть, каких-то больших, сильных целей, решений, да, но уже полезно, потому что вы уже с кем-то познакомились, какие-то решения для себя приняли. И я хочу сказать, что запланируйте себе этот день. Вы можете сильно увеличивать конверсию, сильно прирасти в новых партнерах именно на этом мероприятии. Потому что на этом мероприятии вы можете пригласить вообще там 50 гостей, да, своих, например, просто рассказав в соцсетях, может быть, о нашем мероприятии, сделав какой-то там, я не знаю, сторителлинг. И регистрация у нас откроется за 7 дней до мероприятия, уже будет сайт с вашей ссылкой.
И сейчас, на данный момент, вы можете просто запланировать себе этот день, запланировать, сколько денег вы можете заработать, сколько партнеров вы подключите, грамотно сработав на UDS Day. Мой личный пример — это 22 новых партнера за один UDS Day. Я несколько раз подтверждала именно статус директора. Это зарабатывать 300 тысяч рублей в неделю. Кто вообще хочет в неделю 300 тысяч рублей? И больше, да, и больше. Здорово. А кто сработает на UDS Day? Вот вообще здорово. Да, и я хочу сказать, что мы всегда после UDS Day делаем онлайн-практикум, когда у вас уже появится ваша команда, у вас появятся новые партнеры, и онлайн-практикум он будет буквально на следующую неделю, в следующие выходные. И ваших новых партнеров, вас и ваших новых партнеров будут обучать, будут делиться инструментами уже топ-партнеры, эффективные партнеры компании. И вы знаете, вот на таких практикумах у вас будет полное, четкое понимание, стратегия, какие действия нужно делать, какие результаты вы хотите получить с помощью именно нашего инструмента, какие пошаговые именно стратегию выстраивать. 30 ноября это будет для партнеров на любых пакетах, и, как вы понимаете, 1 декабря для партнеров на VIP-пакете. Я тоже хочу сказать про мероприятие, которое будет завтра для VIP-партнеров, потому что, ребята, есть отдельные закрытые мероприятия для партнеров на VIP-пакете. Вы знаете, я пришла в этот бизнес и зарегистрировалась на бизнес-пакет. Но, знаете, я буквально через 10 дней поняла, что все самое интересное, вкусное, большие деньги, рост команды происходит на VIP-пакете. В любом случае это делать. Поэтому сегодня вы можете подойти к своему куратору и сказать, что я завтра хочу попасть на мероприятие, которое будет закрытое на VIP-обучение. Да, школа КМ и выше у нас в декабре. Это уже школа лидерства. Это стратегия, как запускать лидеров, как выращивать лидеров, да. И итоги года, это 15-16 февраля, уже сегодня много про него говорили. Это будет легендарно, это будет, ребята, это будет круто. И кто-то сегодня еще может вообще на него не попасть. И будут номинации. Вот просто представьте, что вы на этом мероприятии со своей командой. И сегодня вы можете запланировать эту номинацию, и, может быть, ваши партнеры, новички, которые включатся, заберут какую-то номинацию. Да, обучение у нас завтра будет от Валерия Альшанского, от Никифора. Это партнер, Валерий Альшанский — это партнер года. Представляете, кто завтра будет на этом обучении? Давайте, да, супер. А кто сегодня будет делать для того все, для того, чтобы попасть на это обучение? Вот кто еще не VIP, но очень хочет? Кто не VIP, но очень хочет? Здорово. Есть пару рук, отлично. Да. А кто любит подарки? Вот, у меня для вас классная новость, что завтра мы будем разыгрывать свитшоты для тех, кто купил сегодня и завтра билеты на итоги года. И будет разыгрываться одна лицензия среди тех, кто купил от 5 билетов. Завтра это будет с 5 до 18, ну, с 17 до 18.00, зал-амфитеатр, будет обратная связь собираться от партнеров и розыгрыш подарков. Да, и лидерская поездка у нас будет в прекрасном месте, это будет на Мальдивах, это будет февраль 2025 года. И хочу сказать, что там будет, ребята, просто невероятная энергетика. Мы там круто отдохнем, кайфанем. И вообще это мероприятие, которое запомнится у вас на всю жизнь. А сейчас я хочу сказать одно предложение. У вас будет либо 4 месяца оправданий, либо 4 месяца прогресса. Выбирать, ребята, только вам. Сейчас мы посмотрим видео для того, чтобы понять, что там будет на Мальдивах. Какая там красота, энергетика. Да, давайте посмотрим видео.